определено необходимыми соглашениями. И, разумеется, в необходимом и востребованном количестве наши военные советники продолжат свою деятельность. Сейчас вокруг этих событий будет много разных спекуляций, пересудов и так далее. Я думаю, что это один из таких примеров. Дело в том, что компания там был самостоятельный бизнес, и к этому бизнесу государство не имело никакого отношения. Вчера президент Путин говорил о достаточно значительных денежных суммах, которые